Для своей произвольной программы она выбрала Эдварда Грига. На том юниорском чемпионате, где Вагнер была третьей, Глебова была шестой. А здесь вот пока Эшли обгоняет Лена. Но это после короткой программы. Что изменилось в межсезонье? Достаточно сказать, что у Глебовой на чемпионате мира среди юниоров был явный срыв в произвольной программе, судя по результатам.
Елена Глебова под фортепианный концерт Эдварда Грига сделала произвольную программу. Начало было как раз вот такое, как у нее написано в досье. Аллегро мольто модерато. Быстро, но очень размеренно. Очень с толком она подходит к исполнению каждого элемента. В отличие от американского стиля, когда девушки стараются как можно быстрее сделать и нестись дальше. Глебова по-другому подходит к прыжкам. Начала она программу с тройного Ридбергера. Больше всего проблем, как мне показалось, ей доставляет сальхов в ее прыжковых элементах. Много растеряла элементов по ходу выполнения программы. И судя по тому, как она каталась, они ее вообще очень сильно занимали. То есть она старалась все тщательно сделать, все тренерские установки, и это похвально. Оценки для эстонской спортсменки 50 баллов. Это немного, но 4 балла меньше, чем у Эшли. 43 балла. Это еще на балл меньше, чем у Эшли. И в общей сложности все-таки второе место. То 45 баллов она набрала, если учесть, что после короткой программы у них был практически одинаковый результат.